Жора мальчик упрямый, но очень любящий. Он любит своих братьев и папу больше, чем кого-либо. Жора – особенный мальчик с аномальной 21-й хромосомой, таких, как он, называют солнечными. Но это совершенно не мешает ему жить обычной жизнью. Он такой, какой есть. Любит играть, смотреть мультики, слушать музыку и, конечно же, любит свою семью. Они для него самая главная опора. Сильно любишь? Да. Покажи, как. Стесняешься? Да. Он сильно обнимает очень. И пусть на камеру мальчик стесняется, но невооруженным взглядом видно – Жора с братьями не разлей вода. Они проводят вместе все свое время, ведь братья помогут, поддержат и никогда не оставят. Не так давно Жора потерял маму, ее забрала страшная болезнь. Поначалу, признаются мальчики, было очень трудно, но они справляются. Учатся жить самостоятельно, делят домашние обязанности. Жора, кстати, не отстает, пылесосит и моет посуду. По дому все, что надо, все делает. И пылесосит сам, и посуду может помыть, и все делает. Жора – мальчик застенчивый. К незнакомым людям он относится с осторожностью. Во время съемки старался оставаться в стороне, стеснялся. Но когда освоился, сразу пошел на контакт. Папа признался, нам повезло. Заслужить Жорину симпатию непросто. Но если это получится, он будет ценить вас так же, как свою семью. Люди боятся таких диагнозов. Обычный ребенок такой же, как все. Единственное, что некоторые вещи преобладают, чем у обычных. Допустим, там чувства у него намного выше, чем у обычных. И приходишь откуда-нибудь, он все, он не слазит просто. Он любовь зашкаливает, скажем так. Жора мальчик активный, ему очень нравится бегать и заниматься спортом. Порой не останавливает даже непогода. Любимая игра мальчика – это догонялки. Братья, правда, не всегда могут играть, и именно поэтому Жоре нужен особенный подарок – спортивный уголок, который поможет ему стать сильнее.